Волонтеры погрузили пакеты в машины, чтобы доставить их адресатам – пенсионерам и малоимущим. Несколько дней назад более 100 продовольственных наборов Центр социального обслуживания получил в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Благотворителем выступила некоммерческая организация. Ну, в накладной написано, что они стоимостью около 500 рублей. В состав этого набора входят крупы, масло растительное, сгущенное молоко, печенье, ну еще какие-то такие низкоропортящиеся продукты. И я думаю, что это будет большим подспорьем для людей, которые очень нуждаются. Помощь малоимущим саровчанам оказывают уже на протяжении 3 недель. Комплекты продуктов предоставляли в НИЭФ и гуманитарный склад. Одним из условий отбора на продуктовую помощь были люди, которые старше, скажем, 60 лет, ну, пенсионного возраста, либо люди, потерявшие работу. Перед отъездом провели небольшой инструктаж. Волонтерам рекомендовали соблюдать меры безопасности и быть готовыми к настороженному отношению пенсионеров. Чтобы бабушки и дедушки не приняли их за мошенников, в состав каждой группы включили сотрудника соцслужбы. Здравствуйте, Центр социального обслуживания. Оказавшиеся дома пенсионеры были удивлены неожиданным гостям с подарками и благодарили волонтеров за помощь. По нескольким адресам дверь никто не открыл. Некоторые даже знают то, что придут сотрудники какие-нибудь помогать им, там волонтеры или сотрудники социального центра, могут не открыть дверь. Даже если ты несешь им продукты, или они знают, что им несут продукты, они могут не открыть дверь. Продуктовые наборы доставят всем. Если кого-то не застали дома, значит, волонтеры привезут продукты на следующий день. Елена Грицко, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.